Появилась вот такая интересная идея проверить современный способ вскрытия электронных замков с помощью замыкания контактов соленым раствором. Вот. Сейчас ходит по интернету интересный инструмент. Инструмент еще состоит из шприцов, наполненных каким-то там раствором, я подозреваю, гелем соляным, вот. И инструкциями, где просверлить замок, чтобы закачать туда шприцом гель. Гель затекает в микросхему, замыкает плату, подключается питание, и замок открывается. В ближайшем видео мы проэкспериментируем на таком вот недорогом китайском замке, работает ли этот способ, если поместить этот замок в соленый раствор. Как-то так. Так что подписывайтесь на наш канал, если не хотите пропустить это видео. Ставьте лайки. Всем пока.